Градация гонорара всегда идет от успешности спортсмена. Не надо тут быть семи пядей во лбу. То есть, если зрители хотят видеть его и покупают на него билеты, то, соответственно, он и стоит дороже. И тут цифры могут быть вообще абсолютно баснословными и любыми. Понимаете, если там Ханью собирает один 10-тысячный зал, и больше, в принципе, все остальные только на гарнир идут выступления, и люди идут именно на Ханью, на Юдзуру, то он может, исходя из того, что он просто понимает, сколько, конечно, он не может спросить миллиарды, но он может диктовать условия любые. И тут уже ты понимаешь, что это все равно тебе принесет, потому что, имея там Юдзуру, ты в дамках, да, только главное его там уговорить и так далее.